Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Катапульты против пиратов». Так, компания, и где мы с тобой остановились? Нет, вы уж покажите мне, пожалуйста, где мы остановились. Так, здесь мы прошли босса, 11 уровень. На 11 уровне, да, у нас получается, вот здесь. Так, ну что, плывут архарусы. Ну что, давай тогда бомбить их. Куда ты тут летишь? Все? Будут еще вопросы, нет? Конечно, будут. Давай, 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 бомби. Блин, что-то мне как-то неудобно этой рукой играть, если честно. А это не видно будет, блин. Левой рукой как-то непривычно, ребят. А если правой начинать играть, то я своей ладонью закрываю экран, мне ничего не видно. Давай ты, гаденыш, будешь тонуть или нет? Конечно, будет, но он денется, хламон несчастный. Так, ждем следующую партию. Надо посерьезней. Ну, этот хламон стоит. Сейчас чуть в голову не попал, а? Ты прикинь? Так, воронье несет монетки. Так, блин, воронье не смог подбить, а? Все, иди ко дну. Так, дирижабли. Какие-то дирижабли, обычные эти воздушные шары, да? На, сразу же. Опа, 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 смотри, 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 у нас там идет лодочка со взрывчаткой. Они хотят ее ко мне, да, подкатить и взорвать ее. Нет уж, ребят, как-нибудь... Да что? Перфект, естественно, перфект. Так, ну что, мы с тобой прошли. Так, получаем бонус. Кстати, у нас 1500... Блин, мне даже ничего не дадут. Пожурить. Я думал, сейчас хоть в магазинчик зайдем. А хотя там, по-моему, если у тебя нет в кармане 6000, да? Монет, то лучше в магазин тебе не заглядывать. Так, ну что, я готов, ребят, я готов. Я на опережение. Так, этот летит. Воу. Стопы, 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 стопы. Там уже, смотри, смотри, что делает. Уже шмаляет. Так, мы сегодня подобьем эту штуку или нет? Вот, все, лети к ядрене фене. Ты посмотри, а. Так, лодочки минус, это все минус. День у нас с тобой 12-й. Так, воронье. Вот так вот. Так, он уже из пушки там бомбит. По моей крепости, ты посмотри. Так, слушай, он... Да выпендривает сейчас. Блин, ты пока тут будешь метиться, лети пташкой. Кстати, ребята, это «Катапульта против пиратов» первая часть. Ох, ёк-макарёк, как же так-то в голову, ребят, получил. А есть еще и вторая часть, так что, возможно, по прохождению этой мы начнем проходить вторую. Мне предлагают купить шапку по скидке. Давай возьмем. Я так понимаю, это хоть какая-то защита моей головы. Возможно, если попадут в голову, ты будешь погибать не сразу, а вначале у тебя отнимется, наверное, шапка эта, а потом уже... Ну, то есть это как бы дополнительная жизнь при попадании в голову. Да-да-да-да-да, они смылись, они сразу смылись, ребят, как получили. Еще не успели выплыть, как... Ребят, естественно, получили звездюлей. И эти шарики все воздушные тоже к ядрене фене мы с тобой сносим. Лети пташечкой. Бумс. Оу-оу-оу. Слушай, да что ж такое-то, ребята, они мне катапульту сломали, прикинь. Они мне сломали катапульту, блин. Что, теперь они... Теперь они говорят, почини себе, блин, катапульту. Сделай ее более усовершенствованной. Ладно, хорошо. В общем, ребят, я не буду отвлекаться на монитор. Я буду смотреть чисто в свой планшет. Ну, потому что это не дело. Там, я понимаю, картинка крупнее и больше, но... Да чтоб тебе, да... Офигеть, в этот шар, оказывается, нужно бомбить, ребята, несколько раз, чтобы его подбить. Если здесь одного раза достаточно, то там не шиша подобного. Видишь?
Так, хорош, 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 хорош там с пушкой был. Подбили, да, мы его? Отлично. Так, следующие хламоны у нас плывут. Это еще хорошо, что они не попадают по мне. Они зато попадают очень хорошо в башню. В башню, в которой я, ребят, нахожусь. Так, воронок. Дай монету. Эй, не успел. Ох, да чтоб тебе разорвало на 1000 кусочков. Да как так-то, ребят, не понос, так золотуха у нас, понимаешь? Я этот 12-й день вообще пройду когда-нибудь сегодня или нет? Посмотри, что они творят. Давай, наверное, вот так вот делать с тобой, на опережение. Раньше мы все очень хорошо делали. Да чтоб тебя, а? Ну вот, совсем другое дело. Да ёк-макарёк. Все, сдули мы это. И что творит? Свои пушки бомбашат по мне и все. Ты дуплишь сегодня или нет, а? На опережение, ребят, еще раз повторяю. Так. Видишь? В голову попала стрела. И он не погиб, как в тот раз. То есть я был прав, что это тебе дают дополнительную жизнь. В любом другом случае мы бы уже с тобой кормили рыб на дне океана. Тихо. Да блин. Еще не конец, ребят. Осталось совсем чуть-чуть переждать и... Да ну, блин, улети ты отсюда, мешаешь что-то. Все, это последний корабль был. Я манал. Это трэш какой-то, ты сам прекрасно все видел. Надо нам, я не знаю, блин, магазин нужно нам посещать, я тебе скажу уже. Это фигня какая-то получается. О-о-о-о, плывет, плывет. Ты посмотри, что он плывет. Вот так вот, нефиг тебе здесь делать. Так, сдули. До свидули. Так, вот этих тоже... Странно, сейчас с одного удара почему-то они улетели. Куда ты? Вот если ядром в голову попадет, мне кажется, шапка эта нас уже не спасет. Тут пока Тихо, 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 родной. Ну как так-то? Давай, 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 нечего им здесь делать. Я даже представляю, что дальше будет. Ну. Есть. Да как так-то, в колено прям попал. Ну, мы выжили вроде бы, да? Ху, выжили. Так, слушай, дай-ка я схожу в магазин. Это не дело, на самом деле. Все, тю-тю-тю. Кстати, скоро босс будет у нас. Скоро будет босс. Ну что, заходим в магазин и смотрим, что мы можем с тобой приобрести. Так, у нас идет апгрейд башни. У нас идет апгрейд катапульты. Тут есть трибушет, но я не знаю, что для этого нужно. Также у нас есть железная шляпа. Также есть у нас с тобой кофточка. Я не знаю, что кофта нам дает. Так, энергия какая-то. Фиг знает, что за энергия. Но ценник тут, конечно, трэш. Так, можно купить град из стрел. Или дождь из стрел. Дождь из камней, дождь из бомб. Так, тройные камни, всего лишь 10 штучек ты будешь получать за 100 монет. Дорого. Я, наверное, все-таки улучшу нашу катапульту. Еще улучшу. И все. И больше. Нет, я могу, конечно, купить себе шлем еще покруче. И все. На этом, ребят, все, пока. Ну что, я типа подготовился к боссу. Якобы. Пройдем в начале 14 миссии, естественно. Заодно посмотрим. По идее, катапульта должна... Я не знаю, что нам дает улучшение катапульты. Но, по идее, должна давать силу. Ну, силу и мощность катапульты. И я смотрю, офигенно она теперь стала стрелять у нас. Обалденно просто. Быстро и обалденно. Так, ну, где там? Вот они, супостатики, явились. Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. А я же башню улучшил или нет? Мне не хотел, по-моему, бабла, да? Но лучше не башню.
Лети ко дну, парнишка. Корни рыбок. О, тех сразу же. В расход, в расход, в расход, в расход их. Да чтоб тебя, ну. Еще поплыл, гаденыш, а? Давай, 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 стреляем, стреляем. Да ё-моё, ну. Все, разбили. Стрела там практически у нас в колени. Мы живем. Так слишком, блин, далеко. Так слишком близко. Сейчас до примирения. Оу, е. Иди ко дну. Так, сейчас еще, ребята, остановится немножко и... Лети. Да, блин. Все, все-таки, ребят, пронзило меня стрелой. Две стрелы было, к сожалению, не осилил. Видимо, надо было брать куртяжку. Именно куртяжка защищает тело. Шлем защищает только лишь от удара в голову, а куртяжка именно от удара в грудь, ну или в тело. Бум, в голову прям попал, чувак распластался там. Тихо, 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 тихо. Да блин, этот шар еще там, блин, все, подбили, нормуль. Давай, 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 забрасываем их. Ага. Так, ну что, половина 14 дня уже пройдена у нас с тобой. Ну, ё-моё, ну. А стрелы летали прям, блин, над головой, ребят. То есть я так понимаю, что и катапульту тоже они могут уничтожить, если по ней попадут определенное количество раз. Так, так. Так, я слышу ворону. Ворона — это дополнительный доход. Е, yeah. Подбил лодочку. Так, ну что, остается совсем чуть-чуть. Е, yeah. И, видимо, последняя заходочка. И у нас с тобой будет уровень этот. А там босс. А босс-то не забывай. Все, кажись, перфект. Фух, сложно было. Сложно, ничего не скажешь. Так, 146 монет в казну. Ну что, друзья, по-моему, здесь будет босяцкий. Хотя я могу ошибаться. Босс, по-моему, сразу уходит, да? Или как? Или в конце в самом? В конце, по-моему, да? В самом выходит все-таки. Так что, прежде чем ты еще с ним встретишься, ты тут должен... Опа, и как снарядики мы с тобой. Оу. Я думаю, что такое? А у него, кажется, была пушка-то совсем другая, ребята. То есть там чисто снарядами такими разрывными бомбил он. Так, сейчас, 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 сейчас подобьем. Там нельзя никак давать. Все, сдуло просто камнем, валуном в голову. Так, стреляем, стреляем на опережение. Ворона — это хорошо, блин, тихо, 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 тихо. Опять эта суперпушка, да? Оу-оу. Все, успел, 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 успел. Перфект. Слушайте, ребят, по-моему, все-таки после вот этого уровня будет босяцкий. У нас с тобой сколько денег? Не знаю, давай-ка мы с тобой, наверное, что-нибудь прикупим. Так, а какая у нас? А, так это и был босс. Это не босс, ребята, это просто новые виды кораблей. Вот, вот в данный момент была вот эта у нас затемненная, теперь она проявилась. А вот что вот это за фрегат у нас будет, я фиг ее знает. Босс будет на 20 уровне, между 20 и 21, то есть, ну, уже скоро. Но сначала, естественно, в магазинчик забежим и посмотрим, что я возьму себе. А возьму я себе вот эту вот кофточку. Ну, а что ты смеешься? Надо кофточку брать. И возьму, пожалуй, вот стрел таких и стрел таких. Пускай будут. Уж поверь мне, пригодятся. В хозяйстве все пригодится. Так, ну что, мы с тобой идем на 16 уровень. Вон они уже идут, квазимоды. Так, тихо, тихо, вот эту вот штуку надо подбить. Так, теперь кораблик. Все, сразу вплавь поддался. Давай, 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 идите сюда. Кстати, там он с огромной пушкой, чувак, был. Все, пошел ко дну.
Так, следующий корабль. Быстро, кстати, мы его запинали. И дирижаблик тоже завалили. Так, ждем. Скоро-скоро будет босс. Не забывай, что у нас 16-й день. На 20-м денечке у нас появляется босс. До него, правда, еще дожить надо. Все, здесь тоже справились. Так, тихо-тихо-тихо. Куда это вы собрались? Орлы, успокоились. Блин. Главное, чтобы они мне базу мою не забомбили. Так, ворон. 50 монет, лишними не буду, согласись. Так, идут. Ох, ё-моё. С двух пушек, прикинь, бомбанули сейчас. Ты видел, как стрела от головы отлетела? Тут и оно. Ой-ой-ой-ой. Так, подожди, вот это вот надо. Лодочку, все, забомбили. Все, ребята, перфект, уровень пройден. Так, что у нас тут? 18 убийств, 83 шота. Так, поехали далее. 17-й день. Чем этот денек нам, ребята, запомнится? Интересно мне знать. А чем может запомниться денек, ребята, если не разборками с этими пиратами? Дали бы мне какую-нибудь помощничку, я бы не отказался, если честно, чтобы мне кто-нибудь здесь помогал обороняться. Это было бы круто, на самом деле. Даже если бы его надо было бы покупать, все равно было бы круто. Так, ну что опять за подлагивание начинается, а? Скажи-ка мне на милость. Лети отсюда, пташка. Сейчас, сейчас, сейчас. Так, минус две лодочки сразу же, причем. И шарик воздушный. Так, минус один. Минус другой. Так, ворона. Спасибо за 50 монет. Так, смотри, что творит. Давай, 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 лодку, 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 говорю, уничтожаем. Нормуль. Так, теперь шар. Все, и надо, как говорится, наугад, навскидку, напережение. И вон тут вот корабль. Так, в минус. Перфект. Слушай, почти башню мне забомбили. Ты посмотри, от нее там остались кусочки одни. Так, рейтинг. Давай-ка мы с тобой поставим так. И продолжаем. 156 монет у нас в копилку. Не сейчас. Почти 1000 монет я уже скопил. Ну куда ты летишь? На-ка. Улетел. Так, секунду, сейчас мы этого... Ты заметил, как только начинаешь понемножку... Днище пробили, и тот вылетел. Как только ты им уничтожаешь пушку или еще что-нибудь, они сразу начинают, ребята, вплавь сваливать со своей лодочки. Вот это я уже точно заметил. Так, ко дну. Я вот так вот делаю специально, ребят, чтобы как только они появляются, чтобы по ним уже бомбили мои снаряды. Здесь надо то же самое сделать. Все. Сдули. Сдули, да свидули. Так, ворон летит, это хорошо, надо его сбить. Так, тихо. Пошел отсюда. Перфект. Слушай, ну этот день оказался легкий, 18-й, да? Как по мне. Ну что, уже 1000 с лишним монет. Так, смотри, 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 смотри. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. С взрывчаткой. Твою налево, успели мы его подбить. Иначе бы он тут взорвал бы все к ядрене фене. Фига, это случайно не... Нет, это не босс. Или босс. Нет, босс должен быть на 20-й миссии. А это у нас 19-й. Так что минус кораблик. Кто там опять начал сверлякать. Как меня бесят эти сверлуны. Взорвали, взорвали. Потопили. Ну, где там следующие? Тьф. Опа, смотри, 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 смотри. Уже на катерах. Они уже на катерах вовсю гоняют, прикинь. Я тут, блин, со своей катапультой древней, а они на катерах. Зашибись, придумали.
Так, воронок. Дай-ка я тебя подобью. Окей. Так, теперь вот этих нужно. Все, пошли ко дну. Как бы привыкаешь. Ох, ёк, макарёк, ребята, меня подбили стрелой прям в грудь. Ну ты видел, наверное, да? Ну что же, переиграем, естественно. Переиграем этот уровень. Слушай, может быть, нам с тобой взять рубашечку какую-нибудь посерьезнее? Что это за тряпка на нас одета, которая даже стрел не выдерживает? Это не годится. Так, опять плывет. Есть. Взорвали мы его. Ну что? Все? Все. Так, ждем. Так, опять у нас тут. Не понял. Вот так вот, чтобы знал свое место. Ну куда ты летишь? Я же ему, блин, сбил. Он все еще куда-то летит. Сейчас, подожди. Окей. Видишь, стрела отскочила просто от шлема. Есть. Ну нифига там. Сейчас доиграемся. Да это вот эту штуку там мне подбить, которая там стоит. Есть, снесли. Так, ну что, остается совсем немножко, и денек у нас закончится. И дай бог он закончится хорошо. Так, я готов, я на изготовке, ребята. Блин, опять этот катер. В минус. Так, вот эту ерунду сейчас мы с тобой собьем. Все. Ну что, ребята, готовимся к боссу. Да-да-да, именно он сейчас будет. Но сначала я, наверное, все-таки зайду в магазин. Надо немножечко отовариться. Что же мы будем с тобой брать? Мы можем прокачать катапульту. Мы можем прокачать себе башню. А что нужно, чтобы открыть требушет или двойную катапульту? Я пока не знаю. 1200 стоит у нас стальной шлем. Так, легкий жакет. Здесь энергия сферы. А что это такое? Энергетический щит у нас есть какой-то, да? За 2000. А, ну это за 2000. У меня нет таких денег пока. Я не заработал. Давай, наверное, все-таки улучшим башню себе. Да, друзья мои. Пускай будет башня прокачанная, потому что, ну, фиг его знает. Если сейчас еще Босяцкий будет нас тут напрягать очень сильно, то будет очень плохо нам. 20-я миссия, погнали. Ты сам видишь, да? Воу-воу-воу, что-то я, по-моему, перебарщиваю с этими, с ядрами-то, с камнями. Так, замечательно. Подбили, нет, не подбили, не... все, лопнул, да? Так, этого надо подбить, уничтожили. Так, этого тоже подбили. Ждем следующего. Что? Как так-то? Иди, корми рыбок. Есть. Так, давай следующий там. Да блин, как ты меня бесишь. Не подбить ее сразу. Она слишком сильная. Так, воронок. Нормуль. Сразу выбили 50 монет. Друзья, босс. Босс летит. Йо. А что мне нужно сделать? Объясни-ка мне на милость. Все, меня сдуло. Как ветром. Слушай, мне, наверное, надо было все-таки бомбить в пушку ему. Скорее всего. Я куда-то непонятно куда вообще стрелял. В броню, если честно. Это было глупо с моей стороны. Да что ты даже попасть не можешь, господи. Ну. Все, дострелялся. Так, это-то в минус. Ты-то куда тут летишь? Разобрали. Все-таки Босяцкому надо будет, наверное, ребят, стрелять в его пушку, из которой он стреляет. Так, а вот и он.
Я прям понесли. Угу. Куда бомбить-то? Он весь уже покраснел. Непонятно. Может быть, все-таки в людишек там надо бомбить? Еще немножко, и, по-моему, мне кранты будут. Стрелы, как стрелы-то эти? Может быть, так? Failed. Я, ребята, даже не успел свои снаряды выпустить, прикинь, которые у меня были. Почему-то на боссе я их не могу. А здесь, например, можно? Здесь можно. Там же почему-то их я не смог применить. Чувак на лодочке просто подплыл и взорвал мою башню, прикинь. Пока я тут со своими стрелами разбирался, что да как да почему. Слушай, короче, я, если честно, не особо понимаю, куда надо босяцкому бомбить. Бомбил ему и по пушкам, как ты видел, и туда, и все это безрезультатно. Может быть, надо вначале команду бомбануть? Там, видел, у него команда стоит. Ну, как их пробить через такой толстый, так сказать, слой брони? Пока не знаю. Ладно, попробуем сейчас еще что-нибудь. Сейчас, секунду на секунду, попадет босс. Так, здесь сдули, там уничтожили. Так, я стреляю на опережение, друзья. Так, здесь тоже нужно вот эту фигню бомбануть. Вот и босяцкий пришел. Куда вот ему там надо бомбить? Не пойму. Почему-то мне кажется, что все-таки надо в пушку стрелять. А-а-а. Слушай, у него ломается броня, друзья. У него ломается, но, блин, по-моему... О! Слушай, я ему пушку снес. Пытаюсь его забросать снарядами. Что-то как-то фигово у меня получается, если честно. Что-то дождь, еще туман этот. Ты будешь бомбить сегодня нормально или нет? Ага. Надо ему, наверное, этот пропеллер бомбить, чтобы он полетел уже ко дну. Воронок, как ты вот сейчас не вовремя, а? Сейчас. Все, ребята, у них остался. Я выиграл. Да. И я подбил этого босецкого. И это круто. Правда, монет дали всего лишь 300. Ну, ничего страшного. Фух. Новые, ребята, противники. Как всегда, злее и, наверное, их будет больше. Игра будет только усложняться с каждым разом. Уж поверь мне. Так, опять этот там плывет. Есть, в мясо его расколбасили. Все, сдули, досвидули. Сейчас здесь попробуем. Вот эту вот штуку надо уничтожить, ребятка, который со взрывчаткой плывет к нам по нашу душу. У меня уже палец онемел от того, что постоянно надо вот эту вот катапульту юзать. Так, тихо. Сейчас попробуем. Да ну что ты за недолеты такие. Так, вороночка сбили. Тихо, опять этот идет. Воу-воу-воу-воу. Все, ребят, сейчас взорвут башню мне. Зашибись. Если ты его упустил вдалеке, то непременно уже все, ребята. Вблизи по нему фиг попадешь. Этот нюанс надо не забывать. Ладно, этот день пройдем, наверное, и будем закругляться.
Так, где они там летят? Вон он. Вот, вот здесь вот. Ну вот как ты тут, блин, ты извини меня, ну... Друзья, я не знаю, что здесь делать, если честно. Не понимаю. Я стреляю, вроде бы все, но... Вот как ты тут? Не знаю, если честно. Сейчас попробуем. Угу. То есть в данной миссии меня уничтожают в основном вот эти вот чувачки, которые плывут именно со взрывчаткой. Если с ними справляться, то я думаю, наверное... Так, стоп, 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 стоп. Есть. Так, давай-ка теперь идти. Готовы. Так, ну что, половину мы с тобой 20-го дня прожили, так скажем. Сейчас поплывут. Сейчас. Вон он. Вот мне главное его подбить. Есть. А в остальном, я думаю, что мы справимся. На ты. Улетел. Так, опять этот идет. Летит, плывет. Есть. Уничтожили мы его. Че, еще? Ага, сразу же его уничтожили. Круто. Что я могу тебе сказать по этому поводу? Очень даже круто. На 30-й миссии, на 30-й у нас будет очередной босс. Верно? Да блин! Что за лодка-то такая? Есть, взорвали. У нас уже стрела где-то в каске торчит. Так, воронок. Вот и все. Ну что, перфект. Отлично, друзья мои. Прожили. Так, и получается, мы с тобой останавливаемся на 122-м денечке. На 123-м. И между 122-м и 123-м у нас появляется новый кораблик пиратский, который будет нас досаждать. Но с ними мы уже будем разбираться в следующей серии. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.